Salve ragazzi, buon 9 maggio a tutti. Oggi è il cosiddetto giorno della vittoria, un giorno importantissimo per tutti gli amanti dei valori che hanno portato alla fine della guerra mondiale. Sono stati dei valori che hanno combattuto degli impostori che hanno creato un sistema di ingiustizia che ha coinvolto la vita di moltissime persone hanno dato la loro vita per un ideale importantissimo che è l'ideale della libertà e della giustizia. Questo che vi mostro ora è il simbolo della vittoria, è il cosiddetto, è la cosiddetta lenta della vittoria, il nastro della vittoria, un nastro importantissimo che cela un ricordo molto importante per tutti coloro che sono i reduci della guerra. Qui con noi abbiamo uno dei nostri ministri del nostro sistema, a cui a lui porrò una domanda importantissima. Здравствуйте, господин Икс, я хотел вам попросить. Да, очень с удовольствием даже буду с вами беседовать. Какое значение имеет для вас 9 мая? Какое значение? О, для меня 9 мая это серьезный день. Это день, который показал всему миру, что народ под этими знаками может победить все. Он побеждал, побеждает и будет побеждать. Несмотря на все странности, которые происходят сейчас в стране, даже в России, можно сказать, в Латвии есть люди, которые почитают этот праздник. Глубокий смысл в том, что любую черную силу можно победить добром, можно победить спокойствием, в то время жесткостью и, главное, верой. Вера, которая в человеке есть для будущего, чтобы очистить свою землю от черных сил. С помощью этой веры люди шли в бой, люди освобождали свои земли и шли, побеждали, выдергивая с корнем все эти черные силы. Ну, а для меня это, во-первых, и печальный день, а во-вторых, и праздник. Печальный день, потому что очень много людей погибло со всех сторон, с той стороны, и со стороны Советского Союза, со стороны Германии, со стороны других стран. Это печально, что люди умирали, люди потеряли свои жизни, семьи потеряли своих мужей, братьев. Ну, а праздник, потому что с лица земли стерли этот фашизм. Мы сейчас понимаем, фашизм ушел в прошлое. Новый фашизм – это не фашизм. Мы знаем, что мы всегда победим черные силы. И несмотря ни на какие препятствия, которые сейчас есть в жизни, и люди, которые в других странах строят эти препятствия, чтобы там не развивалась страна, чтобы там не было финансирования какого-то, какие-то кризисы придумали, это не так страшно, как война, которая показывает, что 9 мая – это все-таки праздник. 9 мая – это символ победимости, что мы победим зло. Добро будет жить вечно. Спасибо. Дорогие друзья, 9 мая – ура, ура, ура! За свобода – это очень большой символический день. И я очень доволен участвовать на этот день. Это день победы, день, который… Это очень символический день, и мы увидимся в следующий раз. Днем победы!